привет, ребят! Сегодня я вам, как и обещала, сняла видео со скакалкой. Ну, попрыгала немножко, показала, как это все происходит. Вот, и вы, наверное, подумали, что у меня с рукой. Не знаю, какие могут быть варианты у вас. Вот, но на самом деле произошла такая нелепая ситуация. Я гуляла в парке, что-то укусила. Зачесалась рука, начала чесать ее, вот, в итоге на следующий день у меня очень сильно она опухла, вот, через 3 дня вообще была вот такая вот рука, я пошла в больницу, мне сказали, что это меня что-то укусило, вот, подтвердили мои догадки, ну, и делали мне там операцию, ножницы там засовывали, там, ужас, и прям я сидела вот так вот и смотрела на это вживую, мне не делали ни укола, ничего. Вот, я уже, ну, пожалуйста, сделайте мне укол, но они мне ничего не делали, и я все ощущала наживую. Вот, перед этим я шла на остановку, завтыкала в телефон и подвернула ногу, упала на жопу вообще. У меня, наверное, накол, ну, это я догадываюсь, я ходила в больницу один раз, но я не попала туда, потому что она была закрыта, праздники были. Вот, и так я и забила на эту больницу, но у меня была тоже вот такая вот нога. Кость болела, я хромала, и без палочки, наверное, не обошлась бы. Ну, обошлась, конечно, без палочки, но я как бы, в принципе, не ходила. Вот, нога была очень синяя, опухшая, кость очень прям вот болела, как будто там что-то треснуло. И до сих пор вот я, если иду, ровная плоскость, да, вот, например, асфальт какой-то, если камушек попадется, и у меня нога попадет на это место, и у меня просто, вот знаете, как принцесса на горошинке, так у меня нога на горошинке. И если, блин, что-то попалось, у меня опять, я так вот сразу, нога подкашивается, вот, и все, Настя опять нога болит. И это буквально каждый день случается. Ну, в больницу я, в принципе, не хочу идти, ну, и как-то так вот. И самое главное, это еще не все. Я последние несколько дней лежала просто дома, даже не выходила никуда, даже в тот же магазин, потому что у меня, не знаю, першило очень сильно в носу, в горле, у меня кашель, насморк и температура были. Вот до сих пор, наверное, слышно, какой у меня гундосый голос, и вообще нос забит, ничего не помогает. Ну, я надеюсь, что я уже выздоравлю, но это мне, наверное, так кажется. Вот, поэтому пожелайте мне удачи, чтобы у меня быстрее прошла эта черная полоса. Я, конечно, не сдаюсь, но ваша удача мне не помешает. Всем спасибо за просмотр, всем огромное спасибо за внимание. Вот, смотрите меня еще, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, мне очень приятно, и я от вас этого постоянно жду, не подводите меня. Вот, ждите новых роликов, и самое главное, подавайте мне какие-нибудь идеи, что мне снимать. Вот, следующее видео будет с моим, не моим, но стихом. Вот, а может быть, как-нибудь и с моим. Ну, как вы захотите, как вы напишете, я не знаю. Вот, всем спасибо, всем пока.